И вновь, друзья мои, подвал. Вдруг кому будет интересно. Подвал с кабельными операторами. Аккуратно, аккуратно сделали. С готовыми технологическими отверстиями под трубы. Очередной раз, друзья... О, с гофрой красиво. В очередной раз, друзья мои, всем хочу сказать. Обязательно смотрим под ноги. Никогда никуда не торопимся. Ходя... По подвалам аккуратно, аккуратно, все очень аккуратно. А здесь смотрим, подвал такой хороший, такой подвал такой. Такой далекий такой подвал, да? С кабель-ростом электрическим. С гофрами. В этом же кабель-росте, да? Вот, красиво это все как, со светом. Ну, не везде, конечно, тут есть свет. Не везде тут есть свет. Все равно хороший тихоэтаж. Хороший тихоэтаж. Просторный. В принципе, можно ходить. Так, видимо, водичку отводили, да? Еще раз, друзья мои, всегда смотрим под ноги. Вот обратите внимание, ямка, да? Которую в темноте без света фонаря можно не заметить. Вот так вот идешь, идешь, в нее проваливаешься и падаешь. Лицом на вентиля. Сколько таких случаев было? Поэтому, друзья мои, архи осторожно. Гофры, уходящие в подъезд. Электрика для всего дома. Еще одна ловушка. Чего ж они все углы-то подкапывали? Специально, что ли? Ничем не удивлюсь, а. Ни в чем не удивлюсь. О, коммуникация современная, да? Даже не знаю, что это. Ой, с электрикой. Вот даже можно видеть, что между подъездами прохожу. На кабель-росте стало совсем мало места, да? Прям такой чистенький, свободненький кабель-ростик стал. Хорошие такие подвалы. Такие хорошие подвалы. Прям душевные, я бы сказал. О, операторы связи. Подвальные. Ой, не чердачные уже. А у нас чердачников-то осталось вообще практически никого. Ой, все в подвал переселились. Ой, раньше хоть с голубями можно было себя сравнивать. А теперь ищи только с крысами. Теперь иди только с крысами. А вдруг кому что интересно? Вдруг кому что интересно? Ага. Ну, собственно и все. Собственно, ух ты. Ух ты, это же телеметрия какая-то, установка, регулятор, да. Все на кнопочках монах, да? Ну, в целом, как-то вот так. Не знаю, будет ли кому интересно посмотреть на эти подвальные путешествия. Но если вдруг... то пожалуйте, пожалуйста. То пожалуйте, пожалуйста.